Доброе утро! Хорошая разминка в сочетании с правильным дыханием увеличит приток кислорода и поможет расслабиться. Мягкое пробуждение – это очень приятно. Ложимся на бок, нижнюю ножку сгибаем, вытягиваемся в струнку и теперь уводим верхнюю ногу назад, рукой тянемся вперед, скручиваемся и тянемся грудью к полу и затем возвращаемся в исходное положение. Для второго упражнения сгибаем обе ножки и тоже будем делать скручивание, но уже разворачиваясь на спину. Стараемся положить лопатки и плечо на пол, грудь смотрит в потолок. Рукой рисуем полукруг вдоль пола. Работаем аккуратно, не торопясь, в комфортном для себя темпе. И для последнего упражнения полностью лежим на спине, ноги согнуты, стопы стоят на полу, руки вытягиваем в потолок и одновременно на вдохе опускаем колено на пол и как будто обнимаем себя руками, переплетая их. Чередуем ноги и хорошенько раскрываем их в тазобедренном суставе. Уделяйте внимание себе и своему телу, время наедине с собой тоже бесценно. И пускай спорт станет вашей хорошей привычкой.